Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Легче других могут быть низвергнуты с высот достигнутого, или высокое положение потребует от них слишком больших жертв. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Это очень энергичные, деятельные люди, которым порой не удается совладать сильными эмоциями. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Представители этого имени решительны и могут с успехом руководить крупными предприятиями и большим количеством людей. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.